В эти дни, 1 июня, Международный день защиты детей, и 4 июня, Международный день защиты детей невинных жертв агрессии, студенты и преподаватели юридического института начинают акцию. Имеем право на жизнь! Мы хотим, чтобы к этой акции присоединились все желающие и послали свое фото с таким плакатом на сайт Дарьевского университета. Наша цель – призыв к миру. Самое дорогое в жизни – это жизнь человека, особенно жизнь детей.